Кулинарные эксперименты. В Чебоксарской гимназии номер 2 решили разнообразить школьное меню. Попробуй и проголосуй. Родители и старшеклассники дегустируют новинки меню. На выбор около 40 видов блюд и напитков. Котлеты с тыквой и кабачками, овощные салаты, булочки с корицей, мясо с ананасами, ватрушки с бананами. Такому ассортименту можно позавидовать. Все разрабатывали по энергетической ценности, где учитывается калорийность, белки, жиры, углеводы. Чтобы было питательно, вкусно. И главное, чтобы здоровая пища была нашим детям. Во второй гимназии школьное меню часто пополняют новыми позициями, поэтому некоторые блюда ребятам не в диковинку. Но школьников все-таки смогли удивить. Наши повара их разнообразили, добавили другие ингредиенты, чтобы стали намного вкуснее. В ближайшее время в школьный рацион введут часть понравившихся блюд. Остальные появятся уже в новом учебном году. Повара обещают, все будет вкусно, а главное полезно. И к тому же недорого, цена обеда не изменится.